Привет! С вами Ирочка и канал Ирочка Инфо. Сегодня я хочу вам показать мой любимый ресторанчик. Я в нем много раз бывала, даже исправляла свой день рождения, но все же забывала снимать видео. Ну а сегодня я вам покажу, как он выглядит. Сегодня мы решили его снять, да? Да. Показать всем. Вот это наш вход, откуда мы заходим. Там у нас второй этаж, ресторанчик. Там на третьем у нас для детей. Разве там исправляла день рождения, да? Да. А там терраса летняя, да. Здесь когда тепло. Так что, зайдем внутри, посмотрим. Да. Ну. Проходите. Так что здесь внутри? Вот цветочек. Красиво, да, здесь. Да, вот зеркало, но. Ставь зеркало, посмотри. Да, молодница. Да. А мама где наша? Она наверху? Да, в ресторане возле. Она ждет нас. Она, да. По-моему, нам сюрприз приготовила. Ага, заказала, наверное, все. Ай, пойдем посмотрим. Какие красивые лестницы. Смотрите, цветочки здесь, лестница. Так красиво, тут уютно, да? Да, класс. Класс. Классно. Все очень красивое, чистое. Тут такое аккуратное. Вот наша дверь к ресторану. А сам ресторан называется «Лаванда». Да. Сейчас мы зайдем в ресторан и посмотрим, какой сюрприз приготовила мама. Да? Да. Пойдем. Все, мы уже пришли в ресторан. Мама уже тут все заказала. Вот какой бы сюрприз. Мамочка нам сделала сюрприз, да? Да. Давайте покажем, что Ирочка любит и обожает. Я заказала и люблю мороженое. Там зонтик, да? Да, да, красивый. Это мороженое. Здесь три шарика. Ванильных, покрыты шоколадом. А где третий? Я не вижу. Я вижу. Вот они вот внизу. Просто Глубокое получается. Ясно, ясно, да, ясно, да, ясно, да? Ясно. Мороженое и вот такой вот зонтик для украшения. Ирка не любит шоколад. А сверху на мороженое что это? Просто шоколад. Такое вот шоколадная глазурь. А-а-а. Для украшения. Ну, наверное, вкусная, да? Очень, да, вкусная. Ну, попробуй. Сейчас попробуем. И сок. А что это яблочко за цветочек туда? Да, нас здесь, посмотрите на этот ресторанчик. Здесь каждый столик имеет свой цветочек. Ну, сейчас мы покажем. Сперва, Ира. Вкусное мороженое, да, дочь? Очень. Давайте покажу я, что я заказала. Я тоже заказала себе три шарика. Один вот глубоко там. Это ваниль? Ванильный. Это тирамису. И шоколадное. А, все разные? Да. И вообще я обожаю тирамису. Хотела спросить вас, а вы какое мороженое любите? Что? Да. А Ирочка, что еще заказали? Я еще заказала сок себе. А что за сок у тебя, дочь? Яблочный. Я обожаю. Ну, это мы все знаем. Ты когда и снимали челленджи с соком, ты угадала сразу? Да, яблоко ты сразу угадала. У них очень большой ассортимент, классное меню. Здесь есть различные салатики. И все очень красиво украшено. Да, фетучини есть, блинчики, рыба, запеченное мясо. Все очень-очень вкусненько и готовят здесь классно. Мне очень понравился этот зонтик. А тебя какого цвета? Золотого. Он мороженое без пачка. Хочешь это попробовать? Твое. Да, тирамису давай. Хочу. Давай попробуй тирамису. Понравился? А шоколадный будешь? Да. Не очень любишь шоколадный, но давай шоколадный. Здесь да? Да, я могу показать. Давай, вот. Покажи зал. Он такой как красиво, да. Диванчик, Ира, поди сядь на диванчик туда, с этой стороны. Привет. Да, здесь очень красиво. Уютно, да? Да, да, да. Класс. Это любимый ресторан Ерочки. Ерочки. Обожаю. Я не знаю, если видно так. Иди сюда, дочь. Что видно? Видишь? Как? Вот мы заказали мороженое Betty Ice, да, называется. Оно детское. Да, да, да. Здесь фруктовый салатик. Здесь такие вот эти шарики творожные. Да. Пирожные cheese make. Здесь тирамису.
Ого! Тирамису! Это очень интересное мороженое, но мы его не стали заказывать, потому что здесь коньяк. Что? Есть коньяк? Нет, мама. Вам не надо коньяк. Да. Это не для детей. Классно то, что мы еще очень здесь красиво, на самом деле очень красиво, уютно. Мне больше всего цветочек понравился. Понюхай, мам. Так это тюльпан, смотрите, как он раскрылся. Да, он уже расцвел. Да. Ну что? Что скажешь? Если вам понравилось. Наше любимое место, куда мы приходим отдыхать и есть всякие вкусняшки, то обязательно напишите, куда вы любите. Сегодня, тем более, пятница у нас. Да, но сегодня пятница, закончилась неделя. Ирочка хорошо закончила. Кстати, что сегодня на тест получила? Десятку. Единственная из класса. Да, у нас десятибальная система. Ира получила по природоведению 10. Так мы и вчера и готовились. Да. Тренировались. Ирка очень вчера много занималась аж 3 часа природоведением. Нет, 3 часа только на тест. Да. Остальные уроки тесты тоже делала. Тесты очень-очень сложные. Она имела 4 страницы по природоведению. Вам тоже так много задают? И очень большое стихотворение. Да, и сегодня мы решили чуть отдыхать. Да. Из-за того, что она хорошо. Ну, доча, покажи еще раз в этот зонтик. Зонтик? Угу. Зонтики и мороженое. У меня тоже есть такой зонтик дома. У меня тоже такой зонтик. Я тоже хочу близнуть. Мы пока заказали себе десерт, а потом попозже закажем что-то такое. Да. Вкусное. Посмотрим, интересное, что захотим. Может, фетучини захотим себе заказать. Вот. Вкусно. Хорошо. И вот так. Но обязательно мы ждем от ребят, чтобы они написали в комментарии, куда они любят ходить, что они любят заказывать. Какое мороженое они любят. И обязательно, как они закончили эту учебу, неделю учебы, какие у них оценки. Да. И был ли у них тест, как у Ирочки. Обязательно напишите, какие у вас достижения по учебе. И какой у вас любимый ресторанчик. Да, хорошо. Ну, все, пишите. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал Ирочка Инфо. Всех люблю и всем пока. И огромное всем спасибо, это самое главное. Спасибо вам за поддержку. И за просмотр. Пока. Все, пока.